достойные из достойных 2020 год больших открытий и добрых дел. На протяжении 12 месяцев город развивался, процветал и работал на благо наших жителей. Огромную роль в прогрессе города играют представители культуры, медицины, спорта и образования. В администрации по итогам уходящего года прошла торжественная церемония награждения представителей социальной сферы и волонтеров. Огромное спасибо вам всем за труд. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Не всегда и не каждый человек может найти время свободное, чтобы поработать на благо и, конечно, профессионально отдаться той работе, на которой вы работаете. Год добрых дел. Начиная с введения карантинных мер на территории города, шла активная поддержка со стороны волонтеров. Находя время и силы для совершения добрых поступков, они спешили на помощь. Вы находитесь сегодня на самой первой позиции, на передовой. И мы добавили несколько человек. Это те люди, которые раньше никогда не включались. Они были такие незаметные, а сейчас они также оказались самые необходимые, самые востребованные. Это волонтеры. Несмотря на сложный год, жизнь города не угасла. С соблюдением всех социальных норм в городе проходили мероприятия, шло активное строительство спортивных объектов, приобреталось современное оборудование на базе различных проектов. За успешную реализацию национального проекта «Культура». 2020 год показал, что, несмотря на все трудности, всем вместе любые задачи по плечу. На 2021 уже запланировано немало городских событий, и если действовать сообща, то планы обязательно будут реализованы.